очень приятно вас видеть на нашем турнире. Те зрители, кто не знает, я хочу сказать, что это, можно сказать, открытие прошлогоднего чемпионата мира. Прекрасно выступил Кулбиддин, двукратным, да, стал чемпионом? Один раз выиграл и призер 2015 года. Да. И сейчас ты, наверное, самый титулованный армлифтер у себя, да? Да, да, и получается, у меня на родине вид спорта не так уж как развит. Там кто-то делает, но именно нашей федерации там нет. И я сегодня как буду выступать за Таджикистан, то есть они попросили, так флаг дали, я буду за них как выступил. Вот. Ну как тебя поддерживают земляки вообще? Ну да, поддержали, вот в этот раз меня поддержали. Я хочу для всех зрителей из Таджикистана сказать, что ваш спортсмен не обманул ваши надежды. Он и сегодня выступил прекрасно. Я думаю, еще у нас соревнования не закончились. Вот, поэтому рано подводить итог. Пару слов, вот как вообще турнир Athletic Sexpo? Организация, как всегда, очень хорошая. Я всегда говорю, что мне нравится, как вы это все устраиваете. Как чемпионат мира, как и чемпионат России были. Организация на высшем уровне. Отлично, и даже после подхода можно пойти погулять, посмотреть что-то новое. Да, то есть мы не против, что вот у нас разные форматы, есть вот такой формат, в том числе и с выставкой, когда могут, да. Наоборот, лучше, потому что мы можем посмотреть на других спортсменов, на другие какие-то, на другие виды спорта, да. Есть чем за свободное время здесь. Да. Ну хорошо, спасибо, желаем вам еще успехов. Спасибо. Привет вашим землякам. Я думаю, вы их еще не раз порадуете высокими результатами. Удачи вам и новых побед. Спасибо.